Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики! В сегодняшнем видео я вам расскажу такой секрет, как сделать, чтобы вы собирали малину просто ведрами. Для этого весной нужно основательно поухаживать за ней. Во-первых, мы должны убрать вот эти вот сухие малину, которая осталась с прошлого года. Вы ее можете, прям вот видно, да, она какая-то вот такая сероватая, а молоденькая малина, она вот такая коричневая. Поэтому мы вот эту малину уберем. Ну, тут ее много, я пока только одну уберу, чтобы вам следующий совет дать, что следующее нужно делать. Затем у нас, вы видите, вот, ну, это уже взрослая малина. А вот эти вот такие мелкие побеги, они тоже как бы будут высасывать полезные вещества. И поэтому малина будет мелкой, ее меньше. Поэтому вот эти тоже маленькие малинки мы тоже убираем. Оставляем более-менее вот такие высокие, высокую малину. Вот с этой малиной тоже кое-что нужно сделать. Мы должны, вот видите, тут вот эти макушечка, но здесь не, малина будет мелкая, потому что, ну, как бы, сами понимаете, далеко от земли, пока питательные вещества дойдут, ну, не так уж хорошо получится. Поэтому мы берем и макушечку вот эту срезаем и оставляем вот примерно вот такие у нас, чтобы была малинка. И так проделаем со всей малинкой. И можете убедиться будете летом, когда придете собирать, наберете целое ведро малины. Итак, надеюсь, вам понравились мои советы. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки. И до встречи. Пока-пока.